Во многих религиях воде придается особое целительное свойство. Как правило, ее освящают молитвами. Но есть родники, вода из которых сама по себе считается святой. Многие белорусы приходят в храм Покрова Святой Богородицы, чтобы ощутить силу целебной воды из Крупецкого источника. История этого места начинается, зафиксированная история, с 1612 года. В этом году, в 1612, особым смотрением Божьим было явлено на месте родника, близ местечка Крупцы, икона Божией Матери, которая впоследствии стала носить имя Крупецкая икона Божией Матери. С того времени почитается, стало особо, вернее, почитаться это место.